отлично, друзья. Зюз, что случилось, я не пойму. Ты чего нас подводишь? Тебе не стыдно вообще? Мы тут обещаем, распинаемся. Но типа стыдно, да? Друзья, не верьте ему. Он все может. Он просто без рыбы и аплодисментов ничего не хочет делать. Доволен? Доволен. Эй, не ты. Итак, друзья, внимание, Зюз! Специально для всех, для вас, Зюз приготовил подарок.